Приветствую тебя, юный путник, и добро пожаловать в мой замок в подземелье. Конечно же, всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и да, это мой замок, да. Кто во вчерашнем ролике не услышал спойлера, тому не респект, а кто услышал, тот молодец. Вот такие вот дела. Так, слезаем со своего трона. Вот такой вот я себе замок построил, как видите, я прям конкретно его решил осветить. Закинул вовнутрь по 10 тысяч дерева. Ну вот, и первый этаж у меня довольно-таки освещенный, если уж на то пошло. Есть у меня мишань, есть у меня трицератопс, кстати, на нем я сюда и прибежал, мишань здесь, и аргентавица здесь уже притомил. Вот, это новый сервер, как я уже говорил, те, кто внимательно следят за моим каналом, те знают. Вот, что это новый сервер, кстати, надо вот расположение досок поменять. Как-то вот он, они как-то вот, ну не так там, блип. А может и не из-за этого. Ну да и пофигу, короче. Те, кто следят за моими видео, за всеми моими видео, те знают, что-то, как я рассказывал. Ну а те, кто не следит, ну и фиг с ними. Вот, вот такой вот маленький замок я себе построил. Хотел построить, как обычно, больше, занять конкретную территорию. Но я подумал, опять какое-нибудь убожество, какое-нибудь реальное убожество появится, точнее построится, и я решил, короче, не заморачиваться. И сделал вот такое, точнее, начал делать вот такой вот прекраснейший замок. Как видите, ворота автоматически закрываются. Здесь потихонечку уже третий этаж высвечивается. Вход сделал вот такой, чтобы были саблезубы стояли на входе. Саблезубы такие из темного золота. Почему я начал ночью снимать? Кстати, да, я опять снимаю в том же самом месте, опять строюсь. Потому что это единственное место, где было не застроено по-нормальному. Вот. Почему я начал снимать ночью? Чтобы показать, как это ночью здесь все освещается. Вот. Стройка, как говорится, только начата. И все будет со временем. Так, приземляйся. Показал немножечко, как снаружи. Сейчас покажу, что внутри. Вот, как видите, зайдя вовнутрь, я не имею, так сказать, никаких неудобств с освещением. Кстати, вот эти вот люстры, они постоянно горят, но в них ничего закидывать не нужно. Так что, я думаю, стоит, есть смысл их побольше раскидать. Но я решил сделать именно так. На последующих этажах я буду именно их и ставить, чтобы не париться с деревом. Вот, такая картина, вот такие вот статуи, видите, одна с мечом, другая с копьем. Статуя, бронь можно выбирать. Здесь металлическая бронь, я решил ее по стандарту и оставить. Цвет у брони также можно выбирать. Ну и также поставил трон, поставил картину и такое вот освещение. Сейчас еще сильнее стемнеет и уже, как видите, все вполне разумно. Зайдя за трон, недаром здесь стенка стоит, она скрывает вот эту дверь, ну и, соответственно, немножечко разделяет. Здесь выходим, и там задний двор. Ну ладно, сейчас задний двор покажу чуть попозже, я хочу показать кое-что другое. Поднимаясь наверх, здесь у меня будут все складские и так далее, все будет именно здесь, я думаю, размещу именно здесь. Снизу, ну, такой трон, как не трон, это как гостиная, не гостиная. Ну, в общем, тронный зал, да. По сути, тронный зал. Кстати, я не знаю, но здесь все пишется. Это, наверное, какой-нибудь типа китайских серверов. Я не знаю, что за фигня, но абсолютно все пишется тремя полосочками. Вот это взъерошенный. Ну-ка. Нет, не канает. Вот. Это тронный зал. Здесь просто будет, вот также, наверное, питомцы у меня торчать, те, которые влезут, вот, и ничего более. Здесь же я буду размещать абсолютно все, что касаемо инструментов и так далее. Здесь тоже как вариант будет что-то типа такого же, и здесь у меня дверь, конечно, можно было не ставить,
Но здесь я решил поставить балкончик. Но почему бы и нет? Замок, балкончик, все дела. Вот, и из-за балкончика нужно будет... Ой, кто там летает? Здесь, кстати, дракон какой-то там ползает. Не знаю, убили его, не убили, но здесь кто-то бегал, короче. Ну, в общем, фиг с ними. Вот, из-за балкончика, думаю, еще придется поднять. Но есть смысл поднимать выше. Сейчас я хочу поднять еще на этаж выше, то есть вот этот этаж застроить. Для этого у меня есть нужные материалы, нужные ресурсы, я бы даже так сказал. Сейчас у меня пока что ничего нету, потому что все выложено. Вот. Ну, вот это уже будет последний этаж, на который, поднимаясь наверх, будут сверху как заборчик такой, как в замках. Вот, это остатки от того. Здесь было все застроено. Кстати, вот на моя Анкила. Здесь тоже тусуется. Но я что-то перестарался с ее раскачкой. И она теперь бешеная. Она бешеная просто до жути. А с ускорением так вообще кошмар. Ну, вы понимаете, что попасть куда-либо очень тяжело. Особенно вот так вот. В общем, придется новую томить и перекачивать. Я ее пытался убить, скидываясь со скалы, но... Пока я добегал обратно, она успевала один раз посрать, и все. И ХП восстановилось. Ну, такой здесь сервер. Так, давайте вовнутрь закинем. Пускай. Пускай здесь будет. Ну и пойдемте обратно. Здесь было все застроено, но я решил сделать именно такой замок, чтобы он был полноценный, без внедрений в скалу и так далее. Вот это я потом беру, сделаю здесь загон для животных, и все будет хорошо. Такс, смотрим инвентарь. Вот это те ресурсы, которые у меня получилось добыть. Ну как, я слишком цель-то не ставил на добывание, но в целом да. И здесь уже, собственно, можно строить что-либо. Вот, допустим, огонь. Это светильники всякие. Рутс, это уже крыши идут. Но мне больше всего интересно вот это вот. Так, где? Ну вот, видите, зубчики такие. Прям зубчики, зубчики, зубчики. Давайте сейчас парочку построим. Вот, и посмотрим, как это будет выглядеть. Так, и нужно будет типа люка. Ладно, я же пока что лесенку построю. Кстати, читал ваши комментарии. Спасибо за все подсказки и так далее. Это, конечно, хорошо. Но многие, конечно, вы внимательно нужно смотреть. Внимательно нужно смотреть, слушать, и все будет хорошо. Как говорится, и глупым никто выглядеть не будет. Вот. Ну, в целом, огромное спасибо. Ну, конечно же, отдельное спасибо за то, что поддерживаете мой стрим-канал. В том плане, что по подписке, просмотры, это хорошо. Огромное вам спасибо. Вот. Честно, рассчитывал на меньшее. Но все хорошо. Тихо, чуть не вывалился. Так-с, давайте я пока что вот сюда поставлю вот эту вот штучку. Как-нибудь, ну, типа, хоть как-то. Чтобы хоть как-то она у меня стояла. Чтобы я хоть как-то мог забраться. Понятное дело, я потом это все переделаю. И давайте посмотрим, как будет выглядеть эти вот там заборчик с зубчиками. А как он ставится? Ага. Вот оно как он ставится. Вот это фигово. Ну-ка, давай-ка. Ломаем. Так, вот надо собраться. Ну, давай уже. А, точно, господи, у меня же выбран предмет, я думаю, какого фига он у меня не ломается. Так, разрушил. К сожалению, здесь нету мода S+, и так далее, и здесь, получается, вот этот мод, он тоже... нет, 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 нет! Опять наверх забираться. Забыл, что он по стенам-то он бегать не умеет.
Так, ага, значит, я... Мне придется немного перестраивать всю свою конструкцию, потому что... Так, давайте я уж... Раз я бегаю все-таки в потемках, чтобы вам не было темно, давайте немножечко пробежимся вот так. Оп, отлично. Так-с. Разрушаем. И давайте посмотрим, как это будет все выглядеть в целом, как положено. Так. Вот так. То есть мне, получается, придется делать все это внутри. И еще оно как-то по-корявому все это встает. Мне это очень сильно... Не нравится, опять выбрался. А, черт побери. Ну ладно, с этим потом уже разберусь. Давайте посмотрим, как этот поребрик, ну, точнее, вот эти вот зубчики, все вот это выглядит снаружи. Раз уж пока они хоть какие-то появились. Вообще есть смысл у них делать. О, не, это точно нужно ставить. Это точно нужно ставить. Без вариантов. Это то, что мне нужно. А, только нужно будет поднять, доделать и так далее. Это я уже все сделаю к следующей серии. А, по модам. Давайте пройдемся по модам. Кстати, еще раз спасибо за подсказки. Адзака подсказал то, что вот это вот все, это при убийстве боссов появляется. Ну, стандартных. А, здесь моды Ark Survival. Вот, Arkham the Life. Здесь мод Анунаки. Да, вы просили Анунаки. Пришлось сделать Анунаки. Но что поделать. Как я уже говорил, тот сервер, где я играл, он просто обнулился. Опять-таки же, я рассказывал уже в предыдущем видео. Ну как в предыдущем видео? Именно в видео, а не в предыдущей серии. Кто не слушал, тот косячник. Вот, нужно смотреть все мои видео, потому что я в каждом видео, даже в анонсах стрима, я рассказываю что-либо, какую-либо нужную информацию по, так сказать, по основной теме. Что... В общем, короче, тот сервак ни туда, ни сюда, короче, я решил поменять сервак. Понятное дело, потому что чисто Анунаки мне нужен, я же все-таки снимаю АК. АЦА. И знаете, я так подумал. Не буду я делать привязку к модам. Буду снимать чисто сезон. И все. То есть развиваться, записывать, что я делал, допустим, как сейчас. Вот, показываю, замок строю. В конечном результате он будет красивее. Поверьте мне, он будет красивее. Все вот это вот я принесу внутрь и так далее. Кстати, спасибо за подсказку. Опять-таки же Адзака подсказал. Ну, я это уже сам догадался. То, что поставил обычную половину печь, считаю, и селитра. Думаю, блин, ну раньше только дерево, солома было. И я тут понимаю, что я в прошлом выпуске думал, что это модовая фигня. А там просто обычная печка просто с увеличенными слотами. И обычная печка теперь работает на селитре. И причем работает, офигеть, как быстро! Это круто. Это здорово. Селитру добыть несложно. Даже легче, чем дерево порой. Вот. И я понял, что да, обычная печка теперь тащит. А еще Адзака сказал, что он работает еще на деле удильщика. И это вообще мне мозг взрывает. Давайте сейчас проверим. У меня здесь должен быть металл. Да, вот он металл. Кстати, руда именно. Именно руда тоже нужна. В постройках, и это просто обздень. Подожди, у меня же был гильдильщик. Нет. А, это был на другом сервере гильдильщика. Да уж. Ну и ладно. Нет, тут так нету. Кстати, стрелы из Анунаки, вот эти вот обычные стрелы, они что-то вообще ни о чем. Вот эти вот, я задолбался оглушать альфачей, но здесь в целом мобы, они усиленные. Усиленные, как нигде на другом сервере. Вот, и честно, да, это прям, блин, не, ну это выглядит красиво, конечно. Но вот этот один балкончик,
один единственный балкончик, он выглядит как-то убого, конечно, да? Но надо посмотреть, может что-нибудь придумать, типа такой большой балкон. Типа под стать воротам. Потому что даже окна больше, чем эти выглядят. Ой, больше, чем сам проем оконный. Вот, в общем, здесь мобы усилены, и... Кстати, да, я уже добыл ДНК Карна, я все-таки добил его кое-как, я задолбался в него стрелять с лука, но добил. Кстати, Magical Crops тоже здесь установлены, Magical Essence, в общем, со всем этим будем разбираться в какой-то веке, раз уж на то пошло, раз уж появился у меня этот мод в списке, то будем разбираться. Кстати, подсказывали, что спойлеры, они тухляшки требуют селитру. Спойлинг. Давайте посмотрим. Как говорится, эта штука нужна. Если эта штука нужна, то есть работает, то все хорошо. И это просто, просто будет суперски. Конечно, народ, извините, я по именам, по никам не запоминаю, у меня в голове, как говорится, и так дофига нужной и ненужной информации, и, к сожалению, я вас, конечно, по никам не могу сказать, кто, как, где, что писал, я даже иногда забываю из постоянных зрителей, кто что пишет там, на что уж говорить там, те, кто редко пишут. Так-с. Селиточка у нас тут есть. Так. Да-да-да, это старый добрый Анунаки. Так, это все скидываем. И место закидываем. Твою мать, да ладно, или... Спасибо за подсказку, это офиг... Сразу тонны тухляхи. Отпустила. И реально я думал о том, а что мне делать? Мне же надо как-то это... Все это дело... Кстати, здесь еда, вода очень медленно уменьшается. У меня сегодня, короче, за все время игры, то есть за сутки, у меня еды уменьшилось буквально вот. Ну, вообще ни о чем. Офигеть! Вот это здорово! Спасибо за подсказку! Это реально здорово! Это просто... Мой пукан теперь угореть не будет в ожидании вот этой всей тухлятины. Отпустило! Фу, спасибо за подсказку! Реально здорово, здорово! И печка работает здорово! И спойлер есть! Все! Супер! Так! Понеслась. Что я хочу сделать? Я хочу сделать. Надо томить, короче. Летуна надо томить. Летуна. Погодите-ка. Здесь какие-то драконы бегают. Именно бегают, не летают, бегают. И я хочу посмотреть, что они дают. Как томить, все дела, короче. Так-с, мне надо кристаллы. Сейчас сгоняю за кристаллами. Я что-то вот кристаллы-то и забыл. Ну, закрывайся, ядрить вам, спасибо. Вот, как видите, днем тоже вполне так неплохо. Ой, перебитом. Уйди. Гамма-2. Да, с гамма-2 темновато, и в целом я... Если честно, привык на гамме 3 играть, это очень удобно, и менюшка светлая, и все хорошо. Ну, гамма 2 это стандарт, но опять-таки, с другой стороны, я живу в подземелье, поэтому гамма 3. Кстати, по настроечкам сразу же вам покажу. Тени, понятное дело, убрал, далее с прорисовки эпик, буферизация мира высокая, сглаживание убрал, постобработка и текстуры средние. Из-за того, что дальность прорисовки эпик, я поставил постобработку, все это средний. Ну, уровень детализации минус, зато масштаб расширения плюс. Так, ну что? Погнал я, в общем, за кристаллами. Можно еще метальчика подлутать. Здесь лутать можно спокойно киркой, без заморочек, как бы динозавры сильно для этого здесь не нужны.
Так, давайте еще раз покажу замок. Не узнаю. Не знаю, покажу еще сегодня, нет. Но выглядит будет бомбезно. Выглядит будет бомбезно, особенно вот эта вот самоконцепция замка в подземелье. Можно так сказать, практически в скале. Концепция должна быть веселая. Выглядеть будет, по крайней мере, это должно нормально. Так, давайте попробуем эпик буферизацию мира поставить. Хм. Ну, кстати, скорость у Аргентависа стала обычной. Такая прям без лишних заморочек, немножечко ускоренная. Почему? Перевес. Причем конкретный перевес. Зато скорость стала такая, которой привык. Ну, конечно, ходит он как положено, а вот летает все-таки медленно. Ну, в целом, да. Кстати, дракона здесь нету, так что придется сейчас его поискать немножечко. Но я хочу в этой серии притомить какого-нибудь дракошу. Попробовать, по крайней мере, или хотя бы узнать, как его томить. Ну что, погнали, полетаем. Посмотрим, где дракоши. Кстати, мне очень нравится, что в последнее время разработчики очень часто используют вот этот спайглаз. И мне это, ну, реально очень сильно нравится. В том плане, что данная труба показывает куда намного больше характеристик, нежели нужно знать даже порой. И это здорово. Это здорово, что владельцы серверов, они, так сказать, используют нужные, а не всяких омникус глаз, там еще какие-то. Ёпрсты, уже построились. Ну твою мать, ну. Ну тут же ресурсы. Ну че ты построился-то здесь, а? Ну тут же ресурсы. Ну да, я понимаю, что этих ресурсов тут сраного тьма. Но все равно тут же ресурсы. Ресурсы еще последний всегда был. А, кстати, наверное, ты здесь пробегал, а я уже занял место. Ну ладно, короче, что поделать. Соседи так соседи. Давайте смотреть. Вот, кстати, видели там у него дракончик красный? Вот. Такой же был, только фиолетовый. Ну, вот он, походу, его завалил, этого дракончика фиолетового. Ну, потому что его нету. Когда я летал, я смотрел, его уже не было. Но зато, кстати, здесь мегапитеков сраного туча. Реально, мегапитеков тут сраного туча просто. Везде. И это настораживает. Например, вот, мегапитек. Чё тебе надо? Чё тебе надо? Сколько? 5000? Ах ты, козёл. А я сколько? Сколько 75-то? Ой. А, ну да, да, да. Здесь атака сбрасывается. Здесь у динозавра сбрасывается атака. Хм. Здесь какие-то звуки появляются. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Так, музыка, тишина. Где он, блин? Ну да, точно, такой маленький звук, типа такой, как в этих фильмах ужасов, это потом так, как будто меч достает такой. И там еще музыка на заднем фоне маленечко играла. Ну ладно. Мне как бы не до них сейчас. А в целом, меня это очень расстраивает, то, что здесь сбрасываются статы на дамаг. И если честно, если здесь такая же фигня про 250 кликов, здесь левел 1000. 250 кликов в дамаг. Ну хотя четверть в дамаг. Посмотрим, посмотрим. Попробую поразвивать. Да ладно. Вот так вот ты просто взял и просто ходишь? Реально? Этот, господи, как там?
Маунт или как там он ты. Очень, короче. А, не, подожди. А, это этот из Arkham's Life. Господи, все, я уже по этим модам я путаю уже, где кто находится. И все, это то же самое, что горилла. Вот, ё-моё. Ну, вы видите, да, сколько этих? Чифы, чифы, во, вспомнил, чифы это. О, господи. Реально, до дурости может дойти. Сколько здесь чифа? Прикиньте, как будто их вообще просто никто не убивает. Странного тьма чифов. Но я ищу дракона, я хочу дракона. А мне попадаются только одни... Эти... Как там, мегапитеки или кто они... Не, это не гиганты-питеки, типа. Ну, босс, короче. Чифы-питеки, короче, мне попадаются. Я не помню, как они называются. И через спайглаз почему-то их я просмотреть не могу. Какого-то фига. Давайте попробуем макаку глянуть. Да, я его не просматриваю. Хм. Какая-то фигня нездравая. Ну ладно. Погнали дальше драконов искать. А что если взгонять на летающий остров? Посмотреть, что там вообще творится. Я, конечно, очкую, что я сдохну. Но хотя 2 ляма хп мне должно хватить. Но все равно... Я хотел того дракончика, который бегает. Он такой прикольный был, фиолетовый, но вот не успел. Не успел. Его уже тварь какая-то завалила. Мимо пробегающая. Йо, просто вот этот прогруз пошел. Здесь база? Здесь база. И, конечно же, из сраного туча, можно так сказать, компонентов. Вот они, кстати, дракончики эти ползающие. Был фиолетовый дракончик, я его хотел притомить, попробовать. Вообще понять, как его утомить и так далее, что он из себя представляет, сколько у него оглушения, но, видите, как бы... Тихо. Они же выверно уже пошли. А у меня оглушенница чутка... Чутка очень мало оглушенницы у меня, ё-моё, у меня просто на одну точку оглушения. Мне надо альфа-ча. Что-то я, короче, передумал. С этим, а лучше прайма. Передумал я, короче, с драконами возиться, короче, что-то я вообще прям так передумал. Глядя на мое колесо. О! Живой человек? А, да, удаляется. Живой человек. Тут только он какой-то медленный. Так, спириты. Кстати, спасибо за подсказку про спиритов. То, что вроде как они для томления, точнее, про спирит орба. Вроде как они для томления этих спиритов. Хорошо, с этим всем мы разберемся. Да ладно, ты мне спиритов не показываешь. Ты слышишь, козлина? Не, ну это не труба проблема, это... Чё, уперся? Или музыка проигралась такая? Альфа Райна. Райнхорн. Ё-моё, он только стандартных показывает. Вот ж говно. Это реально фигово. Труба-то, собственно, и не труба уже больше для меня. А какая-то фиговина. Короче, палка со стекляшкой. И не больше. Да уж, еще и чифов странного туча, а нужных-то и нет. Блин, ну ладно, что-нибудь придумаем сейчас. Акумас Драгон Гоуд. Да. Вот тебе и дракон. Я нашел такого же дракона. Какого я хотел притомить. Хотя нет, он немножечко другой. Или такой же. Да. Да. В общем, короче,
Ты говоришь, когда не нужно, тогда я нашел. Почему, когда не нужно? Я понял, что да, это хорошо, дракон, все дела, но... А чем я оглушать его буду? Стрелами. Это мне сколько тысяч стрел надо выпустить у него? А ему достаточно отбежать, и все. Все мои труды на смарку. Это не пойдет. Что означает? Надо искать себе... Блин, нет, проверять не хочу, у меня мало торпора. Надо искать себе тамящего динозавра. Тамилочку. Кого же искать в первую очередь? Конечно же, есть смысл искать какой-нибудь птера, если он в этой сборке есть. Потому что болото вообще полупустое. Здесь прям, ну... Я одно могу сказать. Администратор, который всем этим занимается, очень даже сильно умный. Да, динозавров мало. Но, с другой стороны, зато мы имеем вполне стабильный сервак. Так, Elemental Dragon, что ли? Это уже идея у меня пришла сейчас в голову хорошая. Elemental Dragon. Конечно, зараза, блин, показывает эта странная труба. Ладно. Ладно, поищем дракончиков. Черт побери, что за Альфа Дарбир? Это с Анунаки? Или с Аркамс? Кошмар. Поэтому я не люблю играть с двумя... чем-то похожими модами. Да уж. Но он стоит на месте. Не двигается. И торпов у него немного. Да уж. Да. Вот и лошара. Он притомленный, блин. И, кстати, да, я уже сам догадался, что это как вариант... Ну, блин, хотя... Нет, наверное, все-таки с Анунаки. Ну, хотя потому, что с Аркамза-то они все желтые. Ну а с другой стороны скин. Да! Это еще та головомойка. Вот из-за этого я и буду снимать серии только через день. Или у меня опять мозг взорвется, и я опять заброшу на. Точнее, забью на арк. Да уж, ну ладненько. А, кстати, пока я летаю, хотел немножечко информативной минутки, так сказать. Сервер я не говорю. Найдете, молодцы. Также в трайп я не принимаю. Почему? А смысл? Я и сам могу что-либо сделать. Что еще обычно спрашиваете? Когда серия? Через день. То есть, как я уже говорил, выходит серия... Кстати, блин, что я... А, вот понятно, почему. Серия выходит... Я просто сейчас летаю еще по базам, я смотрю у людей, какие у кого какие динозавры, чтобы понять вообще, кем они томили. У тебя с пастью, бедняга, сломано, видать. О чем я говорил, не помню. Так, давайте-ка посмотрим. Это просто кошмар. Ой, Poison. Вот этим пытаться. Zero Point модуль. О, ящик. Тоже спойлинг, блин. Так, ладно. В общем, короче, по ходу дела придется мне вот этими стрелами томить кого-нибудь. В общем, короче, я не знаю. Ну, как я уже сказал, сервер я не говорю, чтобы рядом со мной строились и так далее, и не важно, что вы там говорите, я там строиться не буду, далее, я сервер в целом не говорю. Ну, в трайп я тоже не принимаю, так как смысла в этом не вижу, соответственно, нет смысла задавать вопросы. Но я знаю, что те дебилы, которые будут задавать, они до этого момента не досмотрели, поэтому они дебилы, они задают этот вопрос и дальше в комментариях.
А, не хочешь быть дебилом? Не задавай глупые вопросы. Вот он мой лозунг. Ладненько. Где же Эльма? А, на летающем острове, точно. Да уж, оказалось все сложнее, чем я думал. Кстати, да, на этом сервере еще есть такого-то остров. Летающий остров. Маленький летающий остров, назовем его так. И тоже прикольно, конечно, да, он уже занятый. И вот там есть... вот там вдалеке, видите, есть этот... господи... о, господи, сколько здесь летунов. Айсберг, айсберг, типа зима, все дела, тоже прикольно. Вот, там тоже уже занято, там стоит огромнейший замок. Цветастый, конечно, не козистый, но в целом тоже прикольно. Сейчас там хочу... нет, это стандартное, ну там деревица. Что еще здесь? Охота, знаете, все рассказать, но время-то уже 35 минут, и я просто понимаю, что... я просто уже якобы все рассказал. У меня по времени тупо не хватает там даже тупо рассказать, что здесь и как здесь. И вот они, драконы. Я так и знал. Пошел в жопу! А, господи. Это этот. Гига. Маунт. Маунтайн. Как там? Вот он, элемент на дракон. Как я тебя буду томить? Ёп, перный театр. А чё у вас так много? Какого фига? Варден, Варден, вспомнил. Маунт, блин, тоже Маунтайн. Варден. Три Вардена, какого фига вы все в одну кучу делаете? Шли в жопу. Нифига себе. Вот кто мне нужен. Вот, твою мать, пошел в жопу, нифига себе. Все, кранты нафиг, пошел в задницу, козлина. А-а-а-а! Жопа поджарили! Жопа поджарили! Почему я сиганул? Да потому что у меня торпора сраного мало. Вот это разве много? 4000. А мы там слегонца зацепил, жопу поджарил. Уже, блин, я уже чуть не свалился в этой же пещере. Ой-ой-ой-ой-ой. Это спид. Да? Он тпхается, скотина. Как же ж, как же ж, как же ж. Просто кошмар. Ну-ка, падай вниз. Не хочешь? Нафиг с тобой. Такс. Да уж. В общем, короче, народ, все. Я не знаю, я уже запутался, что да когда где. Пишите в комментариях свои мысли о том, что же мне делать и чем мне томить, кого притомить в первую очередь, чтобы я мог томить. Динозавров вы видели сами. Дракона, да, есть смысл пытаться притомить, но все плохо. Птера я найти не могу вообще никак. И даже тупо аргентависа найти не могу. То есть летунов я найти не могу. Единственный вариант — это дракон. Но чем томить дракона? И желательно сколько у них торпора хотя бы, потому что спайлас меня вообще не спасает никак. Все, я не знаю уже просто, что делать. Просто отчаяние. Я сейчас тупо сижу, у меня ступор в голове, я не понимаю, что мне делать. Так что я только рассчитываю на вас. Пишите в комментариях о том, кого притомить, кто в этих модах может мне хоть как-то помочь и так далее. Потому что я вообще, я просто не понимаю, что мне делать. Из всяких дротиков, дартс, то есть вот, Акадартс, Даркибл, о, Драгон Годлайн и Годнес. Вот ты для кого нужен, да? Great effect, best effect. Ага, эта фигня, короче, нужна, походу, дело для тех вот дракончиков. Угу, интересно. Седатив, наркотик, да, все старое, доброе. Но, в общем, я не знаю, что мне делать. Fire, Ice, Holy. Также напиши-то уж в комментариях, что это за говно и...
Файрайс, Холли и для кого они нужны. Я вижу, что они нужны для Dragon Godlining и And Godness, для богов, то есть для Техута. Но как томить? То есть подбежал, покормил, что ли? Или надо оглушить их? Если поглушить, тогда кем? У меня же неким. Вот, и я очень рассчитываю на вас, а я пока буду достраивать свой распрекраснейший замок, в котором я упираюсь в люстры головой, блин. О, назад ты тоже ходишь, отлично. Что мне казалось, что ты не ходишь назад. Все, короче, я уже не знаю, что делать. Я достраиваю свой сраный замок до конца. Вот. И, конечно же, рассчитываю на вас, на вашу помощь и на вашу поддержку. Кстати, они тут позицию поменяли. Вот козлы. Стояли красиво. В итоге позицию поменяли. Придется второго с мечом ставить. Ну, там позиция поинтереснее. Вот. Ну и что? В общем, на этом все. Я просто не знаю, что еще мне придумать. А это означает, я в тупике, а дальше снимать уже нет смысла. Все, на этом все. В общем, заранее спасибо всем, кто подскажет что-либо. И, конечно же, я очень сильно на вас рассчитываю. Ну и все, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. Так что, народ, всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Всем пока!